что называется, с корабля на бал. Я только что покинул землю дружественного нам Таджикистана. Неимоверно красивая страна. К сожалению, только 4-5% там, где можно жить, кормить людей. Около 10 миллионов человек, быстро растущее население. Все остальное – горы. Подлетая в который раз к Душанбе, я поразился тем, как там работают люди. Каждый клочок, как будто ложкой или вилкой для принятия пищи или еды, ухожен каждый клочок, потому что от этого зависит жизнь этого народа. Страшная ситуация вокруг. Атмосфера, воздух трещит от этой напряженности на юге. Взорвался в очередной раз Афганистан. 1400 километров, как у нас с Украиной, у Таджикистана, с Афганистана. Страна, истерзанная гражданской войной два десятка лет тому назад, подхваченная моим другом на руки Рахмоном, только начала подниматься. Люди только в прошлом году получили достаточно электрической энергии. Жизнь тяжелейшая, но люди преодолевают это. И снова беда. Я к чему это говорю? Я это говорю к тому, чтобы вы берегли то, что есть. Если мы только потеряем все, что мы имеем, беда, беды не миновать. И когда ты возвращаешься в очередной раз домой, ты в очередной раз начинаешь понимать, в какой красавице, в какой прекрасной стране, в каком прекрасном месте, подаренном нам Богом, мы живем. Берегите это принадлежит нашим детям.